песня. А у меня есть друг, которому написали вместе много песен. Я писал слова, он делал мелодию хорошую. Я спою песню, продолжение. Значит, 15 человек она называется. Причем написана была году еще в Афганистане, второй заезд. А закончена уже после событий 91 года, так что нам понятно, сейчас будет какое продолжение. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Короткий был приказ, куда еще короче. Нам топать предстоит почти что Пакистан. И выйдя на рубеж, к исходу этой ночи самолета захватить с оружием караван. Поклялся комполка, что будут нам награды. И тем, кто не дошел, и тем, кто уцелел. А замполит сказал, вы справитесь, ребята. Но почему ты сам идти не захотел? И вот четвертый час утюжим эти скалы. Полночи погоди, и подойди, главное, успеть. А где-то там вдали, за синим перевалом, полсотни басмачей торопятся на смерть. Они заплатят нам за взорванные школы, за слезы матерей, за выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру сыграем отходняк. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой.